трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 июля следующего года на все новые автомобили в России будет оформляться не бумажный паспорт транспортного средства, а электронный. Сдавать документ, разъясняет ГИБДД, не придется. Однако хозяин авто по своему желанию сможет получить его виртуальный аналог. Ранее сообщалось, что эта услуга будет стоить порядка 600 рублей. Также ЭПТС будет оформляться при купле-продаже авто с пробегом. В него включат данные о владельце, техническом осмотре, ремонте, пробеге, ДТП и так далее. Трасса 101. Число страховых компаний, оформляющих ОСАГО, продолжает снижаться. Сейчас их порядка 60. Изначально было в 3 раза больше. В 2018 году, по мнению некоторых специалистов, отказаться от автогражданки ввиду ее убыточности могут с десяток фирм, а может и больше. Выход страховщикам видится в том, чтобы упразднить госрегулирование ОСАГО. Трасса 101. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, по которому оформлением штрафов с дорожных камер в Москве будет заниматься не ГИБДД, а правительство столицы. Ко второму чтению в документ могут быть внесены поправки, распространяющие новшества на всю страну. Ожидается, что власти российских городов получат контроль над 30 с лишним разновидностями нарушений в сфере дорожного движения. Трасса 101. Компания Hyundai анонсировала 3 новинки для России в следующем году. Во-первых, это Santa Fe следующего 4-го поколения. Корейцы обещают, что машина станет более современной и динамичной. Во-вторых, речь идет о рестайлинговом Hyundai Tucson. Наконец, модернизация коснется и кроссовера Creta. У него будут другие сочетания двигателей и коробок передач, плюс новые опции, созданные с учетом пожеланий клиентов. Составлен список самых дешевых на сегодняшний день иномарок. На первом месте располагается компактный хэтчбэк Ravon R2, преемник Chevrolet Spark, за который нужно заплатить минимум 439 тысяч рублей. 444 тысячи и второе место у Datsun Ondo. Ravon Nexia дороже на 5 тысяч, он замыкает тройку лидеров. Также в пятерке 2 китайца – Brilliance H230 и FAV Olay по начальной цене 460 и 491 тысячи рублей соответственно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.